Владимир Путин уволил главного следователя Бурятии. Указ об этом был подписан 3 апреля. Напомню, руководитель Бурятского следственного управления Следственного комитета Андрей Кандин занял этот пост в феврале прошлого года. До этого он 11 лет руководил Омским следственным управлением. Сейчас исполняющим обязанности руководителя Следственного управления по Бурятии назначен заместитель руководителя Сергей Базаров.